Известный американский писатель-мотиватор Уильям Артур Уарт делился своей формулой успеха. Учитесь, пока остальные спят. Работайте, пока остальные болтаются без дела. Готовьтесь, пока остальные играют. И мечтайте, пока остальные только желают. Успех – это положительный результат действий. Удача в достижении поставленных целей. Цель может быть поставлена в любой жизненной сфере. Например, в бизнесе и карьере, в покорении вершины, в строительстве дома или, к примеру, в спортивных состязаниях. Многие мечтают добиться успеха. Но как его достичь? Об этом и многом другом шла речь в ходе встречи работников подразделения АГМК с предпринимателем Умиджоном Ишмухамедовым, состоявшейся 22 мая во Дворце культуры «Металлург» по инициативе Совета духовности и просвещения АО «Алмалыский ГМК» и Союза молодежи комбината. Али Умиджон Ишмухамедов родился в Учтепинском районе города Ташкента. Он окончил академический лицей при Университете мировых языков в Узбекистане, а затем в 2001 году Ташкентский финансовый институт и в 2004 Университет штата Джорджия в США. Сегодня он известен как основатель компании Millat Umidi University, Хван Академия, IDP IELTS in Узбекистан, Cambridge International College и ряда других. Известно, что большинство этих компаний специализируется на образовании. Умиджон Ишмухамедов, рассказывая участникам встречи о своей биографии, подчеркивал, что путь к успеху лежал через получение качественного образования, саморазвитие, самодисциплину, стремление достичь поставленных целей. А для этого каждому необходимо неустанно работать над собой, постоянно пополнять багаж знаний, уделяя внимание изучению языков, как средство коммуникации с зарубежными партнерами. В ходе беседы Умиджон Ишмухамедов подробно ответил на вопросы участников мероприятия. Отметим, что полную версию встречи коуча-мотиватора успешного предпринимателя Умиджона Ишмухамедова с молодежью Алмалыка вы сможете посмотреть на телеканале ОКМК ТВ.